aqui. Altenai. Диплом защитила? Угу. Асаки, ты, надеюсь, не на машине приехал? Конечно, не на машине. Верхом поедешь. Мы расскажем вам историю девушки Алтынай и о тех, кто живет рядом с ней. Это случилось в далеком киргизском Аиле, в краю суровых и высоких гор Тяньшаня, которые называют небесными. Асаке, раньше ты никогда не мог меня перегнать. Ты всегда ездила как джигит. Помнишь, как мы в детстве играли? Конечно. Я знаю, ты нарочно проиграл. Догоняй! Сам Аллах повелел соединить моего сына с Алтынай. Зачем же беспокоить Аллаха? Лучше спросим об этом детей. Спрашивать у девчонки? Ты, я вижу, забыл о нашей клятве. Или хочешь от нее отступиться? Вот, выберут Асаке председателя, мы поженим их. А ее и спрашивать нечего. Алтынай. Здравствуй, мама. Здравствуй, Аксака. Здравствуй. Доченька. Как твои успехи в науке? Хорошо, отец. Успехи в науке. Кроме науки, женщина должна еще кое о чем помнить. Приходит срок, и ей нужно думать о семейном очаге, о детях. А мне кажется, что женщина, когда придет срок, сама будет решать свою судьбу, Аксакал. Еще чаю, Аксакал. Спасибо, Шаке, наслушался я умных речей. Эй! Куда едешь? Я был на аэродроме, отец. Встретил Алтынай и везу ее чемодан. Слезай с коня. Отец, я... Ты что, рабом девчонки стал? Мужчина ты или нет? Домой. Она сама скоро к тебе явится. Неправда, отец. Она не придет. Мне лучше знать. Станешь председателем, и за тобой будут бегать. Пищал, Маша, пищал, значит, будет. Напоминаю, без конца. Товарищ, вас много, а он один. Аксакал, геологам лошади нужны. Подпиши, пожалуйста. Всего на пару дней.
дней. Подвиживает. Спасибо. Вот как надо. Если будешь так стоять, ничего не получишь. А ты думаешь, что ты хорошо поступил? Они не такие нахальные, как ты. Эй, Ёпсадай! Здравствуйте, поздравляю тебя. Спасибо. Ты что, с отличием зачепила? Да. А ты привезла, чем я тебе просила? Здравствуй, как живешь? Хорошо. А где же мой чемодан? Что ж ты не везешь его? А? Чаки, как Толтынай приехала? Да, диплом за отец. А ну-ка, дай-ка мне взглянуть. Видишь, какая молодец. А у тебя на уме только женихи да наряды. А это вам, Аксакал. Спасибо, спасибо, доченька, спасибо. Здравствуй, Толтынай. А ну покажи, что это за книга. Неужели ты написала? Это моя дипломная работа. А-а-а, чем же ты пишешь тут? А новых пальчиках на шуфе. Значит, не забыла про долину желтой. И ноги у тебя болеют, и машина хромает. А, да, беда никогда не приходит одна. Пст. Скоро перевыборы председателя. Твоего сына выберем. Не молод ли? А у Тынай вот очень не кстати приехала. Послушай, Чеки, скоро свадьба. Может, дашь машину, на базар съездить надо. Ладно. Надо ее, пожалуй, обуздать. Она точно чирий на теле. Поехали. Куда прешься? Не видишь, отара идет. Это овца, Ширба, я тороплюсь. Не обманывай. Я знаю, Ширба вчера возил. Возил, да не продал. Продешевить побоялся. У Ширба и овцы не такие скелеты, как в ваших отарах, тетушка Айша. Послушай, Алтынай. Наш председатель не думает о новых пастбищах. Он пляжет под дудку Ширбая. О, Ширбаю все нипочем. Что ему волноваться? Сын овечий доктор, будущая невестка, зоотехник. Алтынай. Мой отец сказал, что ты к нам в дом придешь. Это правда, Алтынай. Ты знаешь, наши родители уже договорились. Отец тебе сказал? Ну да. Он вчера был у вас. Слушайся его сам. А до меня ему нет дела. Кажется, не хуже, чем в прошлом году. Эх, третий год, говоришь, не хуже. А овца на овце шерсть нет. Пастбищ не хватает? Вот где пастбище, за перевалом, в долине желтых холмов. Ну что ты мелешь? Разве не знаешь, что нет дороги через перевал? Что, я с ума сошел, что ли? Гонять отары в обход за 700 километров. Аксакал, зачем в обход? Надо построить дорогу. Хотел бы я знать, как ты ее построишь. Он же больной. Что ты пристала к человеку? По-моему, у нас болен не только председатель. Ах, вот как? Кто же еще болен? М? Говори, Алтынай, чего ж молчишь? К Ширбаю в дом собираешься. Потому и молчишь. А болен тот, кто овцами больше всех торгует. Спасибо. Ну, кажется, достанется и твоему сыну, и тебе вместе с ним. У меня на стене плетка висит. Отец! Замолчи! Если ударит необъезженного коня, он сбросит тебя как. Вот подарок для твоей дочери. Купи ей что-нибудь на свадьбу от меня. Возьми. Бери, бери. А это священное слово Корана. Где это заклинание? А, вот оно. Положи воду или молоко
смоются чернила, дай выпить дочери, и станет она покорной, как ягненочек. Да неужели? О, Аллах, да сбудутся слова твои. Эй, мать, откуда у тебя такие деньги? А, это Ашервай дал на подарок дочери. Кому, значит? Отнеси обратно. О, нехорошо получится, Шаке. Он может на нас обидеться. Эх. Куда же ты, обед готов? Куда это он побежал? Ах ты, бесстыжая! Как ты вчера разговаривала с председателем колхоза, а? Стыдно на улицу выйти? Ну и пусть. Я не буду молчать. А лучше бы смолчала. А Ашервай страшно рассердился. А тебе, Алтынай, жить у них придется. Я буду у себя в доме жить. Никогда воды нет. Вот, выпей. А насчет твоей свадьбы Ашервай с отцом уже все решили, Алтынай. Решили? Где вы научились так метко бросать камни? А? Что вы здесь делаете? Печку осушаю. А вы? Ищу богатство в вашем краю. Нашли? Кажется, нашел. Не уходите! Скажите, как вас зовут? Приходите к нам в лагерь геологов. Это здесь, недалеко, в ущелье. Кто этот парень? Кавалер. Что? Ты доволен? Давай я помогу. Сама донесу. Эй, беспомощный, открой вторую половинку. Дядя Ашервай, Шаке идет. Возьми, поставь на стол. Заходи, Шаке, заходи. На. Что это? Не обижай, Шаке. Ты нарушаешь обычай. Мне колым не нужен. Что ты, дорогой мой, какой же это колым? Это подарок невесте. Бери, Шаке. Не надо. После собрания приходи к Чеке. Бешбармак будет. Посидим, поговорим. Рахмат.
предлагаю голосовать за Алтынай. Мы все ее знаем. Она здесь родилась, здесь вступила в комсомол. Мы ее посылали учиться на сантехника во Фрунзе. И теперь она снова вернулась в родной Аив. Ставлю на голосование! А за АСК поднимите руки! За АСК 120 человек! Голосуем за Алтынай! Алтынай 180 человек! Алтынай, поздравляю. Спасибо. Вернись. Чайник сними, не видишь? Не смог жену в дом привезти. Теперь и возись с горшками. Баба ты, а не мужчина, председатель не выбирайся. А я так на тебя надеялся, сын мой. Вся моя жизнь только для тебя. Все для тебя собирал, для тебя копил. Это твое, твое. На тебе. Возьми, мне не надо. Все возьми, на. А с ней, а ее, этой девчонке, я сам голову сверну. Сын мой, прости старика отца, мне ничего не надо, все для тебя, пойми, все только для тебя, а эти проклятые дураки променяли сына Ашербая на девчонку. Доброе утро. Здравствуй, Алтынай. Здравствуй. Остановитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Садитесь. Довезу до фермы. Садитесь, Асакал. Садитесь, Асакал. Сокал, свалит, скоро бой.
Пошли. Никуда не пущу. Я на него за потраву в суд подам. Ой, нога болит. Аксакал, куда вы идете? Нужно выяснить, Аксакал. Еще председателем зовешься? Алтынай, я поговорю с отцом. Тетя Эша, сегодня соберем правление. Надо, наконец, серьезно подумать о новых пастбищах. Скажи своему отцу, чтобы он тоже пришел. Я пришла к вам. Вижу, дитя мое. Вижу, что не тень твоя. Аксакал, за потраву придется платить штраф. Заплатить штраф? За потраву? Интересно. Поймите, иначе я не могу поступить. Штраф, говоришь? Тебе. Да не мне, так решило правление. И должна предупредить, если не заплатите, дело передам прокурору. Что случилось, Алтын? Ничего. Я к тебе. Ты бывалый охотник. Каждую тропку знаешь. Надо отыскать короткую дорогу к перевалу. Понимаешь, Алтынай, ведь к перевалу нет дороги. Он никуда не пойдет. Если ты не поможешь, мы найдем других. Здравствуйте, Муса. Алтынай. Ну вот мы и познакомились. Прошу. Давай, привяжу. Где мне найти начальника партии? Вот здесь. Здравствуйте. А, новый председатель колхоза. Здравствуйте. Ну, садитесь вот сюда, пожалуйста. Рахмат. Ну, пришли, наверное, отбирать своих лошадей. Нет, Аксакал. Теперь вы должны нам помочь. О, что случилось? Рассказывайте. Председатель, да ничего. Ради такой девушки я бы не только весь Тяньшань облазил. На Луну бы слетал. А я от такой девушки никуда бы ни шагу. Серега, принеси график. Твой ход. Ну, когда у нас желтые колбы намечены? Примерно через месяц, Осман Темирович. О, мы не можем ждать Аксакал. Я готов хоть сейчас. Пошлите меня. Thank you.
Говорили, на перевал нет дороги. Я-то на такси добрался, а вот как ты сюда попал? Ну и вид у тебя. Неужели с той стороны идешь? Наверное, дичи полный мешок. Да нет. Стрелял и все мимо. Наша председательца хитрая. С двух сторон дорогу искать послала. Постой. Не спеши. Отсюда я прилетел. Дорога с этой стороны тебе известна. Что если вернуться назад? Не возражаешь? Thank you.
Лови канат! Держись! Держись, друг! Держись! Пойдешь впереди. Спасибо тебе. Здравствуйте, Сокол. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас очень трудно отыскать. Скорее считай. И штраф платить тоже ждать. Здесь, в ущелье, очень опасное место. Где? Вот. Здесь ваш второй разведчик спас меня сегодня от верной гибели. Какой разведчик? Асаке. Асаке? Алтынай, у тебя? У себя. Она там с этим геологом шуры-муры разводит. Что ты болтаешь? А теперь увидишь, что получается, когда дашь волю девчонке. Моя проклятая Аллахом дочь опозорила меня на весь Аил. А ты как думал? Моя дочь, как чеки, позволит тебе вытворять все, что ты захочешь? Нет, Аширбай, больше этого не будет. Так, значит, ты наши старые обычаи ценишь, Шаке. Такие обычаи я не ценю, Аширбай. Пусть будет проклят весь мой род, если я пущу ее... Даже на порог своего дома. Ищи своей милой дочери другого жениха. Моя дочь сама не пойдет к тебе в дом. Здравствуйте. Кто здесь будет председатель? Салам алейкум, Аксакал. Я председатель. О, извините. Дорожный техник Эрмек Султанов прибыл в ваше распоряжение. Хорошо. Когда начнете? Хоть завтра. Ну вот и отлично. Есть. Начальник спит, то как быть другим? Ой, сколько времени? Точно 6, председатель. Сейчас, наверное, придут. Но как же до сих пор никого нет? Все уже должны быть на месте. О, вот идет большая группа рабочей силы. Здравствуйте. Где все остальные? Не имею понятия. А как вас зовут? Вы имеете понятие? Чопон. Чопон. Обойди бригадиров и членов правления. Надо всех собрать еще раз. Ну, пойдемте выполнять задание. На плечи. Чоп. Что делать? Неужели люди боятся? Когда-то на перевале гибли отары, чабаны, когда хотели пройти в долину желтых холмов. Ведь это было. Было. Имею ли я право вновь подвергать людей опасности? Но тогда шли в одиночку, а теперь нас много. У нас есть машины, тракторы. Мы пойдем в горы все Аилы. Я знала. Будет тяжело, будет много трудностей. Но почему люди не пришли? Может быть, не успели предупредить? Ведь только вчера вечером приехал дорожный мастер. Нет, я, наверное, ошиблась. Поторопилась. Нужно было собрать людей, поговорить с ними, объяснить им все. Мы одолеем этот непокорный перевал. Нужно только убедить людей. Но как? Слушай, Темирбек, Алтынай у себя? Сидит грустная. Сегодня никто не вышел на строительство дороги.
А, Шербай Чаки радуется, что у нее трудности. Она молодец, не уступила Шербаю. Надо ей помочь. Правильно сделали, что ее выбрали председателем колхоза. Я поговорю с народом. Дорога через перевал нам очень нужна. Нам очень нужна. Доченька, слушайте, бабушка. Поехали! Долго еще ждать? Наконец-то! Поехали, Василий! Давай, догоняй нас! Третья бригада по машинам, быстро! А ваши все собрались? Вон, начерка бригада. Садитесь в машины. Сию минуту. Так у меня зуб. А у меня горло. А у меня брат заболел. А у меня дядя геолог. Дорогу на перевал уже давно завалило. Если не веришь, то сейчас Шурбая. Аксакал, ты поедешь? Нет. Шурбек! Аксакал, а эти почему не собираются? Как не собираются? Поедут. Скажи, чтоб садились в машину. Ладно, скажу. Я приеду с остальными! Председатель, немного у тебя народу собралось. Так-то? Пустая эта затея, милая. Вспомнишь потом мои слова. Я не знаю. Приезжай, мы тебя все ждем. Что творится? Алтынай всем командует. Опозорила Асаке. А ты, Аширбай, еще поддерживаешь ее. Ладно, ладно. Рано цыплят считаешь. Придет время, и она еще вспомнит меня. Thank you.
чем задумались, Алтынай? А вы о несчастных геологах не забыли? Не забыла. Ведь я сама когда-то мечтала быть геологом. Мечтала быть геологом, а стала зоотехником. А что, разве это плохо? Нет, почему же? Но геолог более интересная профессия. Романтика. Вечный поиск. Путешествие. А я скажу вам, что романтика не в этом. Что романтика живет в каждом живом деле, в каждой профессии. Разве это не так? Ну, это как понимать? Вы знаете, что у нас в Аиле много беспорядков всяких. Кому-то же надо с этим бороться. Это счастье служить народу. Разве в этом нет романтики? Я с вами согласен. Вот почему я не стала геологом. Вот почему я думаю, что мое место здесь, в Аиле. Может, вы все же передумаете? Алтынай! Иди быстрее к костру. А что такое? Ты что, простудиться хочешь? Иди. Ах, простите, я не предложил вам раньше. Нет, нет, не надо, мистер. До свидания. До свидания. Если в горах пойдет дождь, мы пропали. Река разольется и все затопит. Да, горы шутить не любят. А что, может пойти дождь? А видел, какой сегодня был закат? Чалпон, невеста Кожемкула. Родители просватали. Дай-ка сюда. А эту? Давай. Ты не бойся. Кожемкул Батму любит. А Батма? Батма тоже в нем душе не чает. Вставайте! Что такое? Река прорвалась! Скорее! Выходи! Thank you.
тут можешь завалить. Ну, конечно. Надо скорее отсюда бежать. Нас можешь завалить, понимаешь? И мост снесет. Ребята, выходи! Назад! Назад! Никто не выйдет отсюда. Испугались? Можешь оставаться. Храбрец наш вот. Послушай, ты что, народ мутишь? Тебе хочется побыть со своей Алтынай. Ну, оставайся. Ой! Стойте! Что вы делаете? Пусть идут, если хотят. Назад, не пущу! А я говорю, пусть собираются. Иди. Правильно говорил Ашербай. Пустая эта затея. Пошли! Эх, председатель, зачем ты их отпустила? Больной зуб надо вырвать. Алтынай, я их верну! Не смей, Асаке! Может, и мы пойдем, если председатель разрешает? Замолчи! Ушли лодыри трусы. Надо проверить, все ли здесь. Укрытие! Укрытие! Помните, я вам говорил при первой встрече, что приехал искать богатство в вашем краю. Теперь я его нашел. Но вы и тогда это сказали. А теперь я говорю об этом серьезно.
Понимаете? Мы дружим с Исаке с самого детства. Но вы не любите его, Алтынай. Нет, не говорите. Иногда и мне так кажется. Будто ничего нет. А день без него кажется пустым. И знаете, если бы не его отец... Можете не продолжать. Не огорчайся, сынок. Найдем тебе другую. Баб на свете много. Ты должен служить одной цели. В богатстве сила. С ним приходят и радость, и слава, и почет. Ты из рода Аксакала Ашербая, сынок. Не забывай этого никогда. Верь мне, как я захочу, так оно и будет. Люди будут счастливы пожать твою руку. Они Ашербая не забудут. Я им покажу еще. Охотился на перепелку, а попалась старая ворона. В этом году рано закроется перевал. А кто его знает? Бросьте, всех чертей на свете знаешь. Чем раньше переправишься, тем лучше. А, заместитель явилась. Интересно, когда сама председательница прибудет. Вечером приедет. Без бармак надо сделать. Может, дашь парочку овец? Как бы она из тебя без бармак не сделала. Видно, наш председатель крепко взялся за пело. Как тебе не стыдно, Ашербай? Имеешь целую отару овец. Давно их колхоз продать надо. Правильно. Замолчи, ворона без хвоста. А вот соберется правление и прикажут отобрать у тебя лишний овец. Такой командир на свет еще не родился. Не родился, говоришь? Но все-таки, Алтынай, и тебе, и Чики, нос утерла? Посмотри-ка на себя, старый дядя Ашербай. Оконфузила тебя председатель Алтынай. Штраф платил ты за овец, их лишишься наконец. Кто? Прочь! Будешь еще не раз плакать. О, Аллах, услышь меня и накажи ее. А, Алтынай, и не побоялась ехать одна ночью? Конечно, боялась. Но пришлось, что делать? На, поешь. Не беспокойся. Мне бы лучше поспать. А, ну тогда ложись, спи. Сейчас. Вот, это под голову. Так, вот. Вот. А я пойду посмотрю овец. Как насчет Ашербая решили?
Лишних овец у него легко отобрать. Нужно убедить, вот в чем трудность. Убедим. Я сегодня его прижала к стенке. Ух, что и было. Первую отару веди ты, Ашермай. Ты что, куда мне? Ведь я старик. Аксакал, вы должны повести головную отару. Пусть будет так. Асаке поедет следом за мной. А я пойду с последней отарой, Аксакал. Правильно, и поторопи всех, чтобы никто не задерживался. Понятно. Посмотрите на себя.
старый дядя Ашермай. О, Аллах, помоги мне. Молчи! Так надо! Отец, что вы делаете? Отара погибнет! Пустите! Послушай, она опозорила тебя и меня, Асаке. Отара сама сбилась с дороги. Пусть Алтынай ответит. Я проклинаю вас. У меня нет отца. Пустите! Асаке! Часто встречались они на месте гибели Асаке. Ашермай избегал девушки. Он теперь прятался ото всех. Жизнь жестоко наказала старика. Вечным укором будут глядеть на него сыновьи глаза. А к долине желтых холмов пролегла широкая дорога. Дорога жизни. И назвал ее народ именем Асаке.